Какой самый лучший способ сохранять равновесие между позитивным и негативным? Десятки спасибо. То, что я все время направлен на Творца и вижу в нем источник и того, и другого, и устанавливаю себя посередине между добром и злом, чтобы я в таком виде находился против Творца и так продвигался здоровым образом во всех наших отношениях между нами в десятке, когда мы приближаемся к центру десятки и оттуда к Творцу. В этом, собственно, наша работа.